Доктор, можно до вас? Да. Проходите, больной. Доктор, вы что делаете? У меня же рука сломана. Так, сейчас я вам поставлю так. Болючий укол, ну, вот такие разговоры. Это вы не доктор, вы какой-то... Улыбаемся. Кошек, ты слышишь, что тебе говорят фотограф? Улыбайся давай, слушай, а? Максим, а кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? Художника. Йоу, здорово, пацан. Че там, рисовать умеешь, да? Ну, здрасте. Ну, как бы рисовать умею. Портрет сбацаешь мне? А то пацаны говорят, что это фотографии не модно, хочу портрет себе какой-то нормальный. Ну присаживайтесь сюда, сейчас все сделаем. Сюда? Да, без проблем. Че, так сидеть, да? Да. Че там, я нормально сижу или может как-то повернуться там? Нормально. Все, готово. Так, давай посмотрим-ка. Что? Ты ж чё нарисовал, малой? Меня за такое пацаны засмеют. Деньги! За что? За вот это? Ты чего? Скажи спасибо, что еще цел остался. Не хочу я быть художником. А кем тогда, если не художником? Доктором! Лечить всех. Ты ступай, ей там банару было там. Доктор, можно до вас? Да. Проходите, больной. О, холодо. А куда мне присаживаться? Сюда? Да, присаживайтесь сюда. Ну, так. Ну что, жалуемся, больной? Доктор, а вы не видите? А что я должен видеть? Я вижу пациента. У меня еще рентген. Я еще рентгеновским зрением не обладаю. Ну, так... Рука сломанная у меня, доктор. Вот я шел и бах, и гипс. Ну, гипса еще нету, ну, надеюсь, вы мне поставите. Дышите, не дышите. Доктор, а вы точно уверены, что во время перелома руки нужно легкие мне прослушивать? Так, когда вы прочитаете столько книг, сколько я прочитал, тогда будете... творить с доктором. Ну хорошо, я человек маленький, необразованный, в институте 6 лет не учился. Ну давайте, лечите меня как-то. Так, проверим, где у вас сломана рука. Доктор, вы что делаете? У меня же рука сломана. Так, пацан, не сопротивляйтесь. Доктор знает, что делает. Не знаю, кто тут доктор, но вы явно не доктор. Не знаю, где вы взяли вообще этот халат и все это остальное. Так, сейчас я вам поставлю так. Болючий укол, ну, вот такие разговоры. Вы не доктор, вы какой-то казнократ, а не доктор. Не пойду, я пойду нормального доктора найду. Странно, пацан. Чего он тогда пришел со сломанной рукой к психотерапевту? Нет, доктором тоже не хочу быть. Я хочу стать гонщиком.
тогда будешь? Архитектором. Здорово! Говорят, ваша контора тут неплохие проекты делает. Да, смотрите. Ну да, так вроде хорошо, все отрисовано, качественно. Вы что хотите заказать? Мне нужен козелечек такой небольшой над входом, чтобы висел такой красивенький. О, у меня как раз несколько есть проектов козельков. Да? А ну давай посмотрим, что у тебя тут есть. О, ну нет, это слишком большой, у меня помаленький, меньше нужен. Ага, нет, тоже великоватый слегка. Мне надо такой маленький, небольшой, такой вот половинка этого. И такой, чтобы чуть полукруглый был. Ага, у меня тоже такой имеется. Да, есть у вас? А ну. О, вот это оно. Надежный, нормально, хорошо будет держаться? Да, надежный. Все, понял, отлично, договорились. Я так как сделаю, если все будет отлично, принесу кучу денег вам. О, классно. Слышь, пацан, ты что такое сделал? Он оторвался у меня на второй же день, как я его прицепил. Ты хоть там, когда рисовал его, ты просто нарисовал? Ты хоть рассчитывал нагрузки, там все дела, там, ты делал? Нагрузки? Блин. Не чертежная какая-то шарашкина контора. Больше к вам никогда не приду. Это не всегда выгодно. Лучше я буду фотографом. Чик-чик. Так, собачка, улыбай. Как я тут, мой Гошек, нравится? По-моему, ничего, такая студия тут. Ну что, чувак, сбацаешь? Мне надо портфолио с Гошиком немножко поделать, там парочку, добавить фоток. Сделаешь мне? Первую присаживайтесь. Окей. Ну что, песик, иди погуляй пока, поделай ке-ке и пись-пись. Мы пока с Гошиком тут посидим. Опа. Так нормально? Нормально. Улыбаемся. Гошек, ты слышишь, что тебе говорят фотограф? Улыбайся давай, слушай, а? А Гошек у меня летит такой, лапками машет. Фоткаешь. Все, ты успел, пацан, все сделал, да? Давай, вот так вот еще меня. Пацаны на районе заценили, как мы с Гошеком тут сидим. Есть, готово? Есть. Все, ну давай результат, давай посмотрим, вот с Гошеком оценим, что ты там нафоткал. Фотографии. А ну давай, Гошан, садись на плечо, будем смотреть. Чё? Ты слышишь этот смех? Это Гошан ржет, там уже у меня ухо уже заложило, как он ржет уже. О, смотри, он не выдержал этого позорных этих фото. Чё ты смеешься, пацан? Ты чё смеёшься, пацан? Ты чё вообще? Ты чё нафоткал вообще тут, наделал такое, а? А ну идём, сейчас мы тебе расскажем с Гошаном, как надо фотки делать. Ну что, Максим, определился с будущей профессией? Да, определился. Интересно, что же ты выбрал? Я буду всегда ребёнком. Это всегда весело и интересно. Сегодня понравилось 2 коммента и 2 победителя. Передаю Артем 7225 и привет Танюше 467. И еще передам привет в следующем видео, кто будет комментировать это видео. И не просто комментировать, а лучший комментарий.